праздником Ханука, дорогие друзья! Мы только что зажгли в добрый, счастливый час первые свечи в этом прекрасный, красивый, радостный праздник Ханука. Я вам, нам всем желаю радостной, здоровой, хорошей Хануки. Вот как мы зажигали ханукальные свечи. У нас первая свеча. Дальше мы будем зажигать остальные семь свечей с Божьей помощью. И мы используем шамаш, служка, чтобы с ним зажигать эти свечи. Почему мы ставим и шамаш, и свечей? Об этом есть спор в Талмуд. В Талмуд, в том Шаббат, 22 лист. Мы читаем спор между самыми две авторитетные мудрецы Талмуд. Рав, который был очень известный авторитет, и Шмуэл, оба жили в Бавилон. И как раз тема, которую они обсуждают, связана с нашей Ханукией. Можно ли зажечь одну свечу со вторая свеча или нельзя? Надо ставить шамаш. И если одна свеча в менора в течение времени потушилась, надо именно шамаш ее зажечь. Но нельзя взять огонь от одной свечи Ханука и зажечь другая свеча Ханука. Такая мнение держит Рав. Рав говорит, «Эйн мадликин минер ленер». Нам нельзя зажечь с одной свечу другая свеча. Шмуэл говорит, «Мадликин минер ленер». Можно зажечь с одной свечу другая свеча. Нам необходимо шамаш. По мнению Рав, зажечь вторая свеча можно только с помощью шамаш. По мнению Шмуэл, нет. Если тушилась еще другая свеча, можно брать огонь с этого и зажечь эту свечу. Какой логика в их спор? Написано в Гемара так. Рав говорит, «Эйн мадликин минер ленер». Нельзя зажечь с одной свечи другая свеча. Почему? Деко макхиш мицва. Когда мы зажигаем с этой свечи другая свеча, получается, что здесь сейчас меньший огонь и меньший масла. И нам нельзя уменьшить одна мицва в количество и в качество ради того, даже ради того, чтобы делать еще одну мицву. Поэтому Рав запрещает нам это делать, и он требует, что у нас будет шамаш. Но Шмуэл не боится этого. Шмуэл говорит, я за это не переживаю. Если мы зажигаем, ничего не уменьшается. Огонь не уменьшается, масло не уменьшается. И поэтому Шмуэль не переживает за то, что макхиш мицва, за то, что мицва становится чуть меньше, чем она была до этого момента. Такой спор в Талмуд. Лубавльский ребе в его святые беседы учил из этой истории в Талмуд вечный урок, который связан с нашей жизнью. Люди имеют разные мнения, когда мы говорим, ты должен влиять на других евреев, которые тебя окружают. Ты должен их учить Тора. Ты должен их учить, как зажигают ханукальные свечи. Ты должен с ними разговаривать о шаббатной свечи, о тфилин, о кашрут. Много людей говорят, нет. Я сам еще не готов. Если я буду заниматься другими людьми, если я буду учить, преподавать другими евреями, уменьшится мое время для моего изучения Тора, а я стану с меньшей. Макхиш мицва, как Рав говорит. Он говорит, для этого есть шамаш. Кто является шамаш? Раввины, учителей, ребецн, посланники ребе и другие активисты община. Они официально, их должность это быть шамаш, зажечь остальные свечи, пусть они будут заниматься этого. Но я... Я свеча, я должен гореть, моя свеча должна гореть, если мы будем уменьшить, если будем использовать от меня, если я буду заниматься с другими людьми, если я буду их учить Тора, уменьшится время, которое я могу жертвовать для моего личного изучения Тора, и это мне не подходит. Шмуэль говорит, не переживайте, если ты будешь учить Тора другого еврея, если ты будешь учить другого еврея, как исполнять заповеди, твой уровень не становится меньше. Наоборот, он будет гораздо больше. И поэтому сказал Шмуэль, не жди шамаш, не жди раввина, не жди ребецн,
Есть диактивист вообще, на которого он будет делать эту работу. Сегодня Ханука, ты встретил еврея, которого он еще не зажег ханукальные свечи? В этом празднике займись, переживай за ним, расскажи его о Ханука, расскажи о тфилин, о шаббат, о Тора и так далее. У тебя будет эти две, будет, не будет уменьшить твое качество, он не будет повредить твою еврейскую квалификацию. Лубавичский ребе считал, как мнение, талмудистский мудрец Шмуэль. И он сказал, когда мы занимаемся с другими евреями, когда мы жертвуем с нашего времени, чтобы учить Тора и учить, как исполнять заповеди с другими евреями, не только что не уменьшается наш уровень, наоборот, как Альтер-Ребе пишет в книге Таня, это огромный подъем для каждого из нас. Интересная вещь я вам скажу. Есть правила в Талмуд. Всегда, когда есть спор между мнением Рав и мнение Шмуэль. И такие споры в Талмуде, есть тысячи таких споров по комментарии Тора между Рав и Шмуэль, в основном принимается решение как Рав. Галаха пишется как мнение Рав, не как мнение Шмуэль. Кроме считанные места. И в этой истории мы считаем как Шмуэль. Мадликин минер ленер. Шмуэль считает, что если потушилась эта свеча, мы можем взять эту свечу и зажечь эту свечу. И так можно, говорит Шмуэль. И решение принимается как Шмуэль. То есть Шмуэль говорит, если мы будем спросить, мы будем делать этот аналог на нашей жизни, решение принимается как Шмуэль, что когда мы не ждем шамаш, когда каждый из нас жертвует свое время и своими возможностями, чтобы повлиять, чтобы учить Тора другой еврей, это не вредит его, наоборот, это поднимает его. А почему у нас все-таки есть шамаш на Хануке? Это по другая причина. Свечи Ханука, нам нельзя от них получать никакое удовольствие, личная польза. В тех времен, когда еще не был свет, и когда дома освещали благодаря свечей, надо было быть осторожны, что не играет свивон свет, который распространяет ханукальные свечи. Или не читает книга в свет, который распространяет ханукальные свечи. Поэтому мы ставим шамаш, как мы говорим, что у нас нет разрешения получить от них удовольствие и получить от них какой-то личной пользы. Поэтому есть шамаш. Но в принципиальная идея, если с одной мицвой другая мицва, тут решение принимается как Шмуэль, что можно. Сейчас мы это не делаем, слава Богу, у нас есть шамаш по причине, что он есть, и поэтому только шамаш. Но если мы возвращаемся к аналогии нашей жизни, друзья мои, не ждите шамаша. Не ждите раввин или ребецин, или активист община, или посланник ребе. Делайте то, что зависит от вас. Каждый от вас будет должен зажечь другой еврей, который он встречает. И когда мы будем этого делать, мы заслужим благословение Всевышнего на светлой Хануке. И на гораздо больший свет, который есть у нас, когда мы будем делиться с другими евреями, мы заслужим гораздо больше благословения Всевышнего и свет, который будет Всевышний освещает нашей душа и нашей жизни.